Всем добрый вечер. У нас сегодня выпускной. Наш товарищ сдал экзамен на пятерку. А что хоть как называется предмет? Корпоративная культура. И вы сегодня тоже все сдали на пятерке. Поэтому сейчас каждый из присутствующих скажет одно любое слово. Вы его запишите на листик, а потом придумайте стихотворение. Скажите. Белый стих. И в этом стихе будет присутствовать это слово. Ваше слово. Вдохновение. Париж. А можно мастер чистоты? У нас общее будет умение. На самом деле мозг надо их просто. Праздник. Люблю. Париж прям самый большой. Угу. Просьба соблюдать тишину. Не передвигаться. Разрешается дышать ртом. Великолепно. Вау. До утра будем тут. Спасибо.
Mm-hmm.